Объект послужит не только развитию спортивной инфраструктуры, но также станет любимой зоной отдыха сельчан. Такое мнение высказывали участники торжественного мероприятия по случаю завершения строительства спортивной площадки в сельском поселении Инарки. И не ошиблись. По заверению местных жителей, новый объект облюбовала не только сельская ребятня. Для проведения товарищеских матчей приезжают даже из соседних населенных пунктов. В том, что спорт сближает, а также истирает разграничения по рангу и возрасту, убедились и наши корреспонденты, ставшие свидетелями необычного матча. Долгожданная мечта наконец сбылась. Маленькое село Инарки не отличается развитой инфраструктурой, но славится своими героями, известными людьми. Здесь нет предприятий, спорткомплексов, и эта спортивная площадка – первая за последние годы игровая зона, построенная для детей. Буквально неделю назад состоялось ее открытие, и сегодня мини-стадион эксплуатируется в полном объеме. Вот нам его построили по федеральной целевой программе «Устойчивые сельские территории» по линии Минсельхоза. Большое спасибо и главе республики, и Министерству сельского хозяйства, и правительству. Работы по строительству площадки выполнили в течение 2 месяцев. Ее площадь составляет 1050 квадратных метров. Постарались создать максимальное удобство, обеспечить безопасность. Многослойный зеленый ковер в виде искусственного покрытия с резиновой крошкой защитит игроков от ушибов при падении. Полностью все учитывали, стоят знаки, стоят фонари, все здесь учитывали. Искусственные покрытия, мягкое, там и кварцевый песок, потом резиновая подушка, все там соответствует. По проекту, по смете, все по ГОСТу. Место для площадки выбрано не случайно. Это центр села, сюда добираться легче, в шаговой доступности и школа. Решением главы республики площадка названа в честь кавалера ордена мужества Руслана Катиева, погибшего при исполнении служебного долга 27 августа 2013 года. Ребята очень довольны таким подарком, эмоции не скрывают. Мяч гоняют с удовольствием, даже холод им не помеха. Мы очень рады, что открыли эту площадку. Мы почти каждый день после школы со своими друзьями играем в футбол, приходим на эту площадку. Не удержался от азартной игры и глава села забил пару голов. Вот детка, молодец! С тех пор, как площадку открыли, здесь пусто не бывает. В любое время дня и до позднего вечера при ночном освещении местные ребята играют в футбол. И даже целыми командами с приезжими из близлежащих сел. Теперь эта площадка стала не только полем для игры в футбол, а еще и местом для товарищеских встреч и общения сельчан. В теплое время года придется как-то регулировать очередность занятий. До сих пор занимались внутри школы, а сейчас дети хотят на улицу. Хоть слякоть, хоть холодно, искусственное поле, они могут любое время играть на этом поле. Вот они стараются сюда, и мы выходим. Вечером в основном очень много людей, молодежи, до 100 человек здесь бывает. Футбол сегодня набирает все большую популярность, и этим мальчишкам есть на кого равняться. Среди них есть и те, кто занимается футболом профессионально, обучаясь в Малгобекской спортивной школе. Кто знает, может, они еще преуспеют в спорте и в своей игре превзойдут сегодняшних известных футболистов. Мадина Джанхотова, Малса Гагиев, Денис Тимурзиев, Вести, Ингушетия.